понимаешь, ёбу. Это несправедливо. Так. Окей, поехали. Увидимся на ПК. Jackie Briggs. Cyberlinkway Assembly. Видимо, я не часто на твоих стримах, ёбу. Ладно, все, фул концентрация, поехали. Постараюсь в чат как можно меньше заглядывать и говорить тоже не особо много. Привет, Арис. Рад тебя видеть на стриме. Но это байт был на ПБ. Да, но он что-то скрыт, что это пока не кидается. Консоль, консоль, такой кал. Fight!
Это два. Сам тут виноват. Да за что его фаталить? Играем же просто, я попросил, он играет. Он... Ай, кафирска. Ох, гад. О, не попало. Ну да, выиграл. Ай-яй-яй. Выиграл. Ну, пока я не вижу какого-то супер монстра, о котором вы все говорили. Ну, как бы Джеки PS4 жестко пилит, прям жестко, я не знаю. Этого чара, он непобедимый в нормальных руках. Yeah!
Тихий на фоне игры, да я давно стрим не запускал, я не проверил настройки даже. Спасибо за фоллоу. Кстати, я что-то не понимаю. Я могу поставить игру потише, себя погромче, если надо. Типа, мне не сложно. Да, давай, сейчас поставлю тогда после этой игры. Что ж я нажал? Это сработало. Это PS4. Сейчас я сделаю себя погромче и игру потише. Вот так меня должно быть слышно лучше. Лучше
громче, чем игру. Вот так. Все. Так, поехали дальше. Блин, я не могу конфермить мид на консоли. Да. Ой, нет. Смотрите, тех на консоли. Опа! Так. Ой, да. Отлично. Ну и опять я не встречаю. Блин, любители попрыгать. Кстати, только что джамп кик крикнул. Не, не уйти вообще. Да, хорош. Прям ноль. Нет, Джокер слабее на PlayStation, чем на ПК намного. Ну, у него есть куча говна, по типу здесь мид-стагер можно с любой дистанции стагерить практически, тяжело будет реагировать. Ой, я ненавижу... Почему такой ревард с прыжка, а? Блин, мне нельзя бэкдэшить против Джекера вообще. Ну тут да. В чем разница? Но я не могу двигаться нормально на PlayStation. Не могу блокировать. И рвать захваты не могу. А преимущество Джокера на ПК в том, что я могу и атаковать, и защищаться. Я умер, блядь. Боже, ну 450 урона, но я все угадал при этом, и все равно умер просто за то, что нажал не вовремя. Ладно. Да нет, тут дело не в привыкании к платформе. Хорош. Почему я не могу перебить? Интересно. Блин, какая мусорка, я не могу. Oh, damn.
Тут я уж сам понаглял. Блин, ну почему так много урона? Это же вообще, это нелегально, но это просто жесть. Я не знаю просто, как вот этот чар создан для консоли. У него на каждой кнопке стагер, на везде микс. Шимми, я не знаю, что я... Ой, я не могу. Хорош, он быстро догадался. Ну, туда я не перебью. Блин, я даже не... Я не могу даже с консервом. Боже, я не знаю. Ой. Почему у нас одинаковые миды по фреймам, и у меня... Ладно, не важно. Привет, Юр. Да, ты лучше бы спросил, почему я на PS4, в принципе, зашел. Я не могу же его панишить. Так она мне жмет 11-кадровый мид, F2. F1 точнее, sorry. Но это все, кстати. Хотя, может он пропустит. Нет, я инвалид. Блин, всегда делаю две штуки, просто постоянно. Хорошо. Боже, что он жмет? Я не понимаю. Хорош. А нет, не хорош. Ну что это такое, боже? Ну ж как это возможно? Ну что за бред? Ну...
Меня зовут Костя. Блин, он, я не понимаю, как он играет, просто говно. Ну я не могу среагировать. Ладно, поехали. Опять, да что он делает? Как же керит консоль? Ну тут я виноват сам, я не спорю, но просто... Почему он прыгнул? Почему у Джетти в принципе один ответ на все? Она может просто прыгать. Он опять прыгнул. Я перебил шортнейк. Он убил, все, убегает. Апперкот и... Он... Ладно. Я просто не могу, я ни на стаггера не могу на ее реакции. Я не могу детектить до шапы. Ай, как все плохо. Я еще дропаю комбы. Я что-то тут подропал. Да, Арман, на ПК 10-0. Я уже объяснял, я сказал, что не потно, камон. Просто я не могу реагировать. С Джеки потно, в принципе. Ну, он делает нормальные вещи иногда. Ну, это просто ужас. Я не могу конфермить тут ничего. Он опять прыгнул. Я не знаю, он прыгнул с джамп. Ладно, забейте. Не 10-0, 10-3, но я здесь проигрываю, ладно, проигрываю 5-8 пока что. Ну он даже шапнель вести не может, о чем речь? Это неплохо было. Нет, ну да, ладно, хорош. Вот что мне здесь делать?
Я попробую эти джебы надо. Это были не джебы. Я вообще не могу ничего. Хорош. Что он делает? Левай с позором, короче. Погоди, все, адаптация. Опять у него нет быстрее. Каким образом? Я заверпанил все-таки. Короче, будем чуть по-другому играть. Ой, вкусно. Он что-то нажимал, офигеть. Так, прыжок, дизарпас. Я жду, как ты и сказал. Он рванился. Блин, все плохо. У него метр есть. Ждем двойную шрапнель. Нормально, паниш. Паниш, конечно. Так, не даем прыгать. Ну а ты, Динар, ты говорил, не лез в лошадь, обманул. Ой, сконфернул, молодец, это вроде тяжело конфернуться. Ну, я не понимаю этого немного. Блин, ладно. Ну, каван, как это? Вот это круто было, крутой человек. Ну, тут я, скорее всего, обосрался, если сейчас, наверное. Не знаю, как здесь выбрать. Да. О, нет, повезло. Нет, не повезло. Ладно. ГГС. Ну, 10-6. Пойдет, короче. Если бы я еще комбы не дропал. Ой, ёбах, у тебя в голове уже одни блокомразия. Просто...